Никита играет в хоккей с 5 лет. Своим кумиром считает тезку Никиту Кучерова, потому что он играет четко и жестко. В будущем мечтает быть таким же. А пока упорно тренируется, чтобы стать профессиональным спортсменом. В Ледовом дворце вместе с другими армадцами Никита играл против ребят из Канады. Мы шли с боем, потом мы поняли, что это не есть сильный, не такой уж и сильный соперник. И тренер сказал первый период им поддаваться, чтобы в следующий раз мы к ним могли прилететь. Потому что если бы мы их сразу начали выигрывать, то их тренера бы подумали, это не наш уровень, не надо больше с ними играть. И тем не менее, за первые 10 минут матча наши хоккеисты вышли вперед со счетом 4-0. Во втором тайме стало жарко, счет сравнялся 4-4. И все с нетерпением ждали развития событий. Поболеть за своих учеников пришла директор школы номер 12. На сегодняшний день результаты меня очень радуют. У нас хоккеисты мальчики, у нас хоккеистки девочки, которые, кстати, вот весь прошлый учебный год и в этом году ездят по многим международным турниром и тоже получают призовые места. Зрители и тренеры очень переживали. Игра получилась напряженной. И вот он, долгожданный итог. Со счетом 8-6 побеждает канадских гостей Одинцовская армада. Это все-таки даже не товарищеская игра, а больше дружеская. То есть обменяться эмоциями какими-то. Они немножко пообщались. Сейчас же мы все в школе учим иностранные языки. Готовились недолго. То есть она не особо была запланирована. Так случилось, что мы узнали об этом где-то, наверное, месяц назад. В будущем такие матчи станут традиционными, а значит, впереди упорные тренировки. Юным спортсменам придется держать высокую планку. Здравствуйте, в эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. Один из самых популярных видов спорта в нашем городском округе – хоккей. Занимаются им и взрослые, и дети, причем не только мальчишки, но и девчонки. Чем так привлекателен хоккей с шайбой? И кто может попасть в армаду? Об этом мы сегодня поговорим с Сергеем Клементьевым, заведующим отделением по виду спорта хоккей спортшколы Одинцова. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, я вас хочу поздравить. Не так давно был, как мне кажется, для Одинцовского округа все-таки знаменательный матч. Россия таки и Канада. Понятно, что Россия представляла армада. Тем не менее, расскажите, пожалуйста, про этот матч. Кто принимал участие, дети какого возраста? И вообще, как так получилось, что скрестили клюшки? Все-таки давние соперники. Если с самого начала начать говорить по этой игре, наша команда по приглашению Федерации хоккея России принимала участие в товарищеской игре с командой Select Canada, командой 2008 года под руководством тренера Яковенко Вячеслава Васильевича. Игра проходила в достаточно дружелюбной обстановке. Дети проявили лидерские свои качества, упорство. Было забито много голов. Порадовали зрителей, порадовали болельщиков. Как-то специально к этой игре готовились? Да не сказать, что как-то готовились, но я думаю, в эмоциональном плане это посреди нашего чемпионата эта игра дала такой эмоциональный хороший фон для детей. Вот, кстати говоря, тактика какая-то была специальная? Ведь говорят, все-таки наш хоккей отличается от, канадского хоккея. Наверное, какие-то, может быть, приемы специальные. Что-то, может быть, дети должны были узнать перед тем, как выйти на лед с канадцами? Нет, в первую очередь, наверное, проявить свои лучшие качества, да, то есть игра, она всегда игра, начинается со счета 0-0, поэтому каждая команда проводит серию тренировок и готовится к этим играм. 2008 год, 12-летние мальчишки вышли на лед, а вот в принципе, как тренер понимает, что детей уже можно выпускать на лед в качестве, уже непосредственно на игру? Это какой-то возраст или это уровень подготовки хоккеистов должен быть соответствующий? Вот он видит, все, можно их уже и на турнир отправлять. С 9 лет уже начинаются тренировочные группы, и мы потихоньку готовим детей, в годичном цикле, к соревновательному циклу мы их готовим. Да, они подходят к этому возрасту и потихоньку начинают играть.
А когда происходит распределение вот этих игровых амплуа? Вот Ваня будет защитником, Петя будет вратарем, а Саша лучше нападающий? На усмотрение тренера, да. На многих детей, многие дети пробуют себя в нападении. А потом мы смотрим на какие-то качества. Там кто-то больше тяготеет к обороне. Ну, сложный отбор по вратарям достаточно, да. То есть мы прокручиваем большое количество кандидатов. И, ну, они должны отвечать там определенным критериям, которые наши тренеры. Ну, я так понимаю, что у вратарей есть такой принципиальный момент. Да, мы обычно говорим, но вратарь стоит на воротах. Но, насколько я понимаю, правильно говорить, не стоит, а играет. В любом случае, вратарь играет в воротах. Его игра не ограничивается, да, там, одной сменой. Или вот игроки, они могут сыграть смену, а потом отдохнуть, да. И вратарь играет все 60 минут игры. Он в постоянном напряжении, поэтому, ну, нужны качества, подходящие к этому амплуа. Но дети, они, мне кажется, чаще всего такие индивидуалисты. И шайбой хочется завладеть каждому. Вот как тренеру научить, что шайбой все-таки иногда лучше поделиться, и тогда будет успех? Ну, во-первых, это индивидуальная тактика. То есть каждому объясняется, да, как, где нужно играть, по какой позиции. Тренер постоянно производит ротацию этой, ну, позиции. То есть он там попробовал с края, попробовал в центре, попробовал в обороне. Вот, то есть это хорошая практика того, чтобы пробовать себя с разной позиции. И потом в процессе игры, в процессе тренировок, в процессе теоретических занятий дети уже узнают, как им правильно действовать в той или иной ситуации на поле. Все на практике. Все шишки добиваются. В любом случае, практика. Но смотрите, очень важный момент – это смотреть хоккей, это смотреть игры профессионалов, наблюдать за тем амплуа, которое тебе ближе, которое тебе подходит, или ты уже устоявшийся игрок, ну, то есть нашел свой амплуа. Вот, и обязательно смотреть за играми профессионалов. Насколько я понимаю, вы вратарь? Я вратарь, А да. Почему вратарь? Вот потому что у вас все сошлось, или и плюс еще ваше желание. Почему именно вратарь? И эта позиция мной была выбрана в детстве, и однажды тренер предложил, да, было в команде такой опрос, да, кто будет вратарем. Ну, как-то я согласился, мне было интересно, мне была интересна хоккейная форма, мне была интересна эта позиция. Вот, хотя ни в каком другом виде спорта, ну, я люблю играть там и в футбол, или еще куда-то, я нигде не участвую в воротах, кроме хоккея. То есть только здесь. Только здесь, мне очень-очень нравится именно эта позиция. А не было желания поменять вот в процессе карьеры амплуа? Нет, не было желания поменять, но если... Ну, вот с детьми мы проводим тренировки, поиграться, повозиться с ними, конечно, в удовольствие уже как, ну, как тренеру, ну, и все равно получается как позиция такая более игровая. Уже полевой игрок, ну, тоже, да, есть. Можно душу отвести во всяком случае. Если возвращаться к вот этой игре «Канада-Армада», планируются ли подобные встречи в будущем? Мы открыты к предложениям, да, мы всегда, вот как Федерация хоккея России нам прислала такое предложение, мы, естественно, мы согласились, для нас это и статус, для нас это и... Самое главное для наших детей – это праздник хоккея, игры с ребятами из других стран. А это и плюс еще игровой опыт все-таки, ну, так, конечно, или иначе он опыт, да, есть. А насколько хоккей сейчас востребован у подрастающего поколения? Вот так смотришь, видео, мне кажется, постоянно с баулами люди тут идут. Сколько воспитанников? В нашей школе, да, на бюджетном отделении сейчас 380 человек, на платном отделении 150, то есть, ну, в целом 500 человек у нас занимается детей. Сейчас нам очень хочется сосредоточиться на наборе, на том, ну, мы понимаем, насколько популярен этот вид спорта, и нам очень хочется, чтобы дети приходили, чтобы жители района больше узнавали о нашем виде спорта, понимали, кто работает с их детьми, и приходили к нам. Тем более у Ледового дворца «Армада» имеются шикарные условия для проведения тренировочных занятий. Так как вы думаете, почему хоккей до сих пор популярен? Я думаю, что это связано с позицией государства. И так как это все на государственном уровне, люди смотрят хоккей. Очень популярна континентальная лига. Да, ее показывают в средствах массовой информации. Все это все видят. Да, и дети заражаются этим видом спорта. Но строится большое количество катков. Поэтому я думаю, в стране этот спорт очень популярен. Но при этом многие уверены, что он очень дорогой.
Вот так это или нет? Да я бы не сказал, наверное, что это очень дорогой вид спорта. Все зависит, наверное, от того, насколько быстро ребенок вырастает. Поэтому я бы не сказал, что это дорого. Все по карману, все вполне доступно. Я думаю, что по карману все вполне доступно. Вот. То есть экипировки в среднем может хватать там, на 2 сезона. Но я опять же говорю, все зависит от того, насколько быстро ребенок вырастает. А любой ли ребенок может стать хорошим хоккеистом? Вообще, какие данные у ребенка, может быть, изначально должны быть? А в первую очередь, вот как, когда дети приходят в спортивную школу, да, они начинают там с начального этапа. Это самое главное, это чтобы они заразились этой любовью к этому виду спорта. А потом уже начинается именно тренировочный процесс и различные элементы они узнают и тренируют. Но самое главное, чтобы дети были внимательны, дети слушались, дети развивались помимо тренировочных занятий еще и самостоятельно. То есть они, ну, самое главное – это любовь к этому виду спорта, чтобы ты готов был развиваться круглосуточно. И тут, наверное, многое зависит от тренера. Кто тренирует детей на отделении хоккея в спортшколе Одинцово? Все наши тренеры аттестованы на, соответственно, национальной категории тренерской, имеют сертификаты Федерации хоккея России. Многие из наших тренеров имеют в прошлом достаточно серьезные спортивные карьеры, да, имеют звание мастеров спорта международного класса. То есть они могут заразить детей вот той самой любовью? Я думаю, да, потому что они сами всю жизнь в этом виде спорта, и, конечно же, они хотят это передать детям. Ну, иначе, наверное, тренерская работа – это не то. То есть тренер – это человек, который постоянно сам совершенствуется и пытается совершенствовать своих подопечных. Многие родители детей отдают не в профессиональный спорт, а в спорт в принципе, руководствуясь следующим. Тренер, он сейчас научит дисциплине, и вспоминается что-то вот там, газмяс, примерно вот ну, такая дисциплина, мне кажется, у большинства родителей воображение. На самом деле тренер должен быть жесткий или все-таки можно найти другие подходы к детям? Жесткость... Ну, я думаю, не совсем тут правильно жесткость, да. Дисциплина должна быть, дисциплина, но это совместная работа тренеров и родителей обязательно. Иначе один тренер, он просто зачастую не может справиться с большим объемом детей, и дети все разные. Конечно же, нужны там подходы и все остальное, то есть какие-то тренерские приемы, там, игровые методы и все остальное. Но самое главное, чтобы это была совместная работа родителей и тренеров. То вот есть над дисциплиной, над всем. А роль родителей здесь какова? Ведь иногда можно перетянуть одеяло и на себя. Насколько я понимаю, родители могут присутствовать на тренировках, правильно? Ну, у младших возрастов они могут присутствовать, на остальных у нас тренировки проходят в закрытом режиме. И есть открытые тренировки. У нас проходят открытые тренировки, но в целом весь тренировочный процесс у нас проходит в закрытом режиме. До какой степени родитель может, скажем так, участвовать в этом процессе? Исключительно за стенами Ледового дворца, правильно? В любом случае, за стенами Ледового дворца, ну, не то, что за стенами Ледового дворца, а в дома обязательно ребенку надо объяснять, как себя нужно вести, что тренер – это главный человек на площадке. И если ты что-то не увидишь или не услышишь, да, ты отвернешься, поболтаешь с своим партнером, ты что-то можешь упустить. Потому что тренер, он всегда что-то показывает, что-то объясняет. Вот, поэтому обязательно нужно внимание, усидчивость. Ну, вот, конечно, я Борис Михайлов уже процитировал. Он, конечно, сказал, что у нас богатое хоккейное прошлое. Мне кажется, у нас и прекрасное настоящее, я уверена, не менее блестящее будущее. Вот сейчас какими достижениями может похвастаться «Армада»? Может быть, были какие-то наиболее ответственные матчи? О чем можете рассказать? Ну, вот если брать за последние там 4-5 лет, у нас самый стабильный возраст – это 2003 год рождения. Они у нас постоянные призеры первенства Московской области, различных кубков, турниров. Также отметить 2006 год, также они у нас в призерах. Сейчас у нас очень хорошие возраста, младшие возраста 2009-2010 года рождения в этом году. Они заняли на открытом первенстве Московской области вторые места.
две эти команды. Поэтому они подхватывают эстафету от старших. Это хорошо. Мы понимаем, что у нас есть прогресс, у нас дети растут, тренеры добиваются поставленных задач там, перед своими командами и с детьми. Поэтому есть результат. Учебный год, понятно. Дети тренируются, и подростки тоже. А вот чем занимаются хоккеисты летом? Летом? Ну, мое мнение, что дети должны, конечно, получить отдых, они должны отдохнуть, как, наверное, и все мои родители хотим выехать на море, да. Я всегда говорю так родителям, чтобы летом они их переключали, то есть на какие-то другие виды спорта, там, футбол, волейбол, теннис, бадминтон, то есть, ну, заниматься, переключиться от сезона хоккейного, да, но и не забывать об общей физической подготовке. Каждому спортсмену в нашей школе на лето выдается индивидуальное задание, вот, и они должны его выполнять. И тренеры иногда даже требуют видеоотчеты. Да. Были такое. Да. Было такое. Ну и, кстати, насколько я знаю, последние несколько лет тренировки начинаются в августе. Вот. У одной из групп точно, не в сентябре. У младших возрастов, да, они начинаются в августе. В основном школа выходит с 15 июля уже в рабочем режиме. Это втягивающие режимы, то есть работа с детьми, подготовка к сезону, да, подготовительный период. То есть это выезды на сборы, либо сборы уже непосредственно в нашем ледовом дворце. То есть организация процесса уже от каждого тренера. Многие родители также уверены, кроме того, что хоккей – это дорого, что хоккей еще и оздоравливает, поэтому ведут ребенка на лед. Вот на вашей практике так это или не совсем? Ну, я не медик, не могу сказать точно, наверное, оздоравливает. Я думаю, да, укрепляет физически, укрепляет, наверное, я думаю, иммунную систему. Поэтому я думаю, что это больше к оздоровлению, нежели к чему-то другому. А когда набор в секцию хоккея будет в этом году? В этом году на спортивной школе у нас будет набор с 1 сентября. То есть и документы мы несем к 1 сентября готовим? Да, но всегда можно позвонить, уточнить уже конкретно ближе к этим датам. Всегда можно позвонить методическому работнику, можно и до меня дозвониться. Вот. Мы всегда все подскажем, то есть какие у нас решения будут по учреждению. Вот. Но в целом это 1 сентября. Ну, документы мы собираем обычно раньше, это неделя за две. С какого возраста можно привести ребенка? В наш спортивный школьный набор ведется с 5 лет. При себе дети должны иметь справку о том, что им можно заниматься спортом. Вот. Нет никаких противопоказаний. Вот. Иметь комплект формы. Первых налет, конечно же, это в хоккейной форме, ну, потому что техника безопасности. А стоять на коньках надо уже? Или всему научат? Самое главное – выйти и заразиться, получить удовольствие от самой-самой первой тренировки. Да? Потому что можно не покатиться, главное хотя бы пойти по льду, да? Хотя бы поползти, а потом встать и уже быть героем этой тренировки. Тем, у кого дети более старшего возраста, им уже рассчитывать не на что? Или, тем не менее, они тоже могут присоединиться к хоккейной семье? Ну, конечно, мы приветствуем конкуренцию в возрастах. Мы приветствуем то, чтобы дети стремились становиться лучше. И наша хоккейная школа ведет отбор перспективных занимающихся, да, могут приходить, пробовать свои силы, приходить на просмотры. Мы, конечно же, будем ждать таких детей, которые усилят наши старшие возраста. Спасибо большое, Сергей, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на все вопросы. У телезрителей, которые являются родителями пятилетних детей или старше, наверное, тоже можно привести, если есть место, обязательно возьмут. Определиться, хотят они отдать своего ребенка в хоккей или нет. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.